Я думаю, что национальная идея нужна всем народам, всем людям, потому что, ну, как идея, движение, единение людей, неважно что. Мне очень понравилось слово «за Бога», да. Только, ну, чтобы это более было расширенное, правильно, чтобы молодежь именно правильно понимала, что такое духовность. Потому что только в любви, в созидании, если нас будет больше, не будет никаких войн. Не будет людей, которые будут использовать горе и страдания ради наживы. То есть, как бы, ну как, белое и черное. Если будет больше белого, то есть надо придумать это движение, чтобы оно имело белый окрас. И имело на планете как можно больше таких же белых людей, и тогда, в принципе, все, кто управляет этим миром, то есть это сейчас можно говорить часами, да, о том, что вообще происходит вообще на планете, в обществе, в государствах, для чего нужно государство, для чего это, все эти войны и так далее, и так далее. Вот, если объединить это вот как-то в формулировке, что именно, ну, какая-то духовность божественная, космическая, там, я не знаю, ну, что-то вот за созидание, но не за разрушение. Я помню слова своего сына. Он, когда был маленький, он из нескольких лего мог собрать что-то одно единое. Он всегда создавал базы по защите планеты. То есть планеты от ядерного оружия, от ракет. То есть маленький ребенок, я не знаю, откуда вот, и, в принципе, он это все, знаете, в голове как... Они еще рождаются, да, уже с сознанием, с пониманием. У них огромный этот внутренний мир, который мы даже, может, не всегда понимаем. И ребенок создавал у меня вот это вот оружие по защите планеты. Вот. И хотелось бы вот именно, ну, движение, именно которое бы защищало и созидало. Что это будет, я не знаю, как-то правильно расформулировать.